Голоден? Что дальше? Домой. Вьюга усиливается. Пойду к упряжке. Помочь? Готов? Надеюсь, Фенрир поспал. Может, и поест, как доберемся домой. Он совсем плохо, Трэк. Я знаю, но вчера ему было немного лучше. Пусть и недолго. И если он сможет есть, я его не оставлю. Слышишь? Да. Это она? Это она. Граница близка. Готовься! Вальки! Она не отстанет, да? Она упорна. Будь готов. Вон она! Отец! Отпусти его! Держись! Нам надо оторваться! Я пытаюсь! Смотри, что она... Берегись! Деревья, они падают. Чуть не задело. Сейчас снова ударит. Да! Я не хочу с тобой воевать. Мне не удержаться. О, отец, держу. Держись. Защитная граница уже рядом! О, нет! Трэй, мы тебе не враги! Трэй, стой! Трэй!
под защитой. Мы добрались. Идем домой. Спеки, Свана, оп! Прости, что я не выстрелил. В этом не было нужды. Я все думал, она отступит. Ты спас ей жизнь. Я убил ее сына. Такое не прощают. Да. Смерть Бальдра и впрямь вызвала Фимблвинтер. С того дня снег не прекращается. Может, однажды все наладится. Возможно. Но худшее все еще впереди. Нужно быть сильными. Я сам. Возьму оленя. Ешьте. Он притих. Обычно приветствует нас. Атрей. Фенрир! Как ты, дружище? Все хорошо. Я с тобой. Знаю. И я скучал. Где еда? Ты голоден? Ну давай, надо поесть. Съешь. Что? Помельче? Вот так. Молодец. Близится час. Ты должен быть готов. К чему? Он же ест, он хочет жить. Он умирает. Ты хороший. Храбрый. Быстрый, сильный. Но пора отдохнуть. Ладно. Я справлюсь. А ты отдыхай. Не мучай себя. Софна, Апфра, Тесу, Софна, Этан, Софна, Софна, Софна.
Пойдем. Тренироваться. Что? Нет. Сейчас же ночь. Нашим врагам ночь не помеха. Зачем? Какой смысл? Мы постоянно тренируемся, и что? Этого мало! Сколько нам прятаться? Мы не прячемся. Мы готовимся к бою, но мы пока не готовы. Идем. Время уходит. За Фимблвинтером последует Рагнарёк. Грядет война. Что бы ни должен был делать Локи, делать это нужно сейчас. Моя история не закончится в этих лесах. Я должен пойти и узнать, кто я, кто такой Локи. Я не позволю тебе драться с богами. Я не хочу ни с кем драться. Мне нужны ответы. А если они приведут к войне с Асгардом? Может, мама того и хотела? Мы не знаем, чего она хотела. И, видимо, не узнаем. Послушай. Дай мне время проститься с Фенриром, прошу. Ну, это угрюмое лицо ни с чем не спутаешь. Расскажешь, что с вами приключилось? Волк умер. О, нет. Фенрир. Как там наш паренек? Скорбит. Пошел его хоронить. Ага. Проклятие. Ну что ж, брат, пора спать. Кратос. Присоединишься? Фэй. Ты готов? Плетешься, будто самый мир сел тебе на шею. Это твоя охота. Ты веди. Ладно, ворчу. Только убит.
но хоть не мучился. И как мне это понимать? Скажи, о чем думаешь? Мы ищем хищника. Волка, да. Хищники убивают. Такой заведенный порядок. Это не всегда так. Не торопись. Не бойся, малыш. Мы хотим помочь. Правда? Нет, нет, стой! Идем. Больной волк, которого мы нашли, он пробрался внутрь. Как я и говорила, мы промедлили. Нас это не касалось. Но теперь... Не обязательно ждать беды у порога, чтобы выйти против нее. Если в наших силах спасти хоть кого-то, надо это делать. Нельзя прятаться и бездействовать. Мы не прячемся. Ждешь, что я его подниму? Молодец. Фэй. Уходит, любимый, а сделать нужно много. Брат? Где Атрей? Затем и бужу. Ушел хоронить волка и пропал. Давно уже. Далеко уйти не мог. Ну-ка. Следы ведут к застывшей реке. Наверное, там он и копал могилу. Он пробрался здесь. Ты спал беспокойнее, чем обычно. Кошмары? Прошлое снится почти каждую ночь. А, Греция, да? Сражение? Нет. Фэй, она будто хочет что-то сказать. Только не говори, что снова с призраками болтаешь. Нет. Но это не просто воспоминание. Выражайся яснее, брат. Следы оборвались. И мы тут не одни. Сзади! Налёт, слева!
Клятые налетчики! Их не должно здесь быть. Надо проверить защитный пояс. Вон там впереди дерево, да? Ну? Ты был прав. Защита пала. Оттого и гости. Что же тут было? Медведь, растерзанный. Но кем? Другим медведем. Но его ранили. Они сломали дерево. Надо найти Атрея. Да, лютые звери, злобные налетчики. Он наверняка искал, где укрыться. Мы найдем его. Иди дальше. С чего пареньку уходить одному? Мы повздорили. Он сказал, что я прячусь от Одина. И что, это разумно? Ты же убил троих его родичей. И расплачусь за это. Поэтому Атрей должен уметь справляться сам. А, ты о том пророчестве. Ну, то, что великаны нарисовали твой труп на стене рядом с другими точными предсказаниями. Я не верю в пророчество. Да? Славно. И во что именно ты веришь, Мимир? Я всегда был скептиком. Хоть мы и встречали то, чему нет объяснений, скажу тебе, как умнейший из живущих. Понятия не имею. Даже делся этот след. Здесь лагерь. Я знаю, что ты думаешь, брат. Но Атрей не беспомощен. Ты хорошо его обучил. Он тоже так считает. Факелы. И след ведет в эту пещеру. Ну, тогда мы знаем, куда идти. Думаю, мы сможем войти без шума. Хотя так тоже можно. От этих налетчиков вы спасли волков? Нет. Эти здесь пробыли недолго. Мир.
След ведет туда, вглубь пещеры. Это не все. Ого! Кто-то попался медведю? Справа, брат! У них есть бращи! Берегись, брат! Сверху стреляют! Атрей, ты здесь? Может, Атрей искал укрытие, увидел налетчиков, пошел дальше, а уже затем тут прошел медведь. Картина боя не впечатляет, надо сказать. Думаешь, медведь шел за Атреем? Ну, а может, наоборот, медведь был ранен, и Атрей хотел ему помочь. Ты же его знаешь. Атрей, где ты? Мы нашли медведя! Ну, и его! Он разозлился! Yeah.
Атрей! 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 Что? Сперва залечи раны. Что случилось? А ты не помнишь? Я похоронил Фенрира, а потом, я не знаю, мне было грустно, потом была злоба и страх. Я помню, как бежал, а потом медведь бросился на меня, и я на него. Но это же был сон. Твои эмоции тебя преобразили. Я не знаю, как я это сделал. Взяли верх. Вот почему рано бросать тренировки. Мы не знаем всех твоих способностей. Нужна дисциплина, чтобы ты мог управлять ими. Дисциплине ты меня научил. Мне нужно больше, нужны ответы. А их у тебя нет. Их знала только твоя мать. И утаила от нас. Вдруг кто-то мог бы нам помочь? Ответить на наши вопросы о великанах и рассказать про роль Локи. Атрей. Мы бы поняли, в кого я превращаюсь. Атрей! Послушай меня. Я мог тебя убить. Пока ты не владеешь собой, мы не станем рисковать зря. Бездействие тоже риск. Ты так сказал! Забудь ненадолго, что ты отец, и подумай, как полководец! Нет! Нет. Соберись. Сюда. Ну, может, поговорим о том, что парень стал медведем? Да, поговорим. Позже. Надо восстановить защиту и вернуться домой. Погоди, а что случилось с защитой? Ты сломал. То есть ты винишь меня? Я не виню тебя, Атрей. Да? А судя по голосу... Сигнала, отец. Давай! Еще налетчик! Слева! Помимо знаний языков и общения со зверями, есть у тебя какие-нибудь еще волшебные способности? Вроде нет. А Фенрир? А что он? Когда он умер, ты колдовал. Нет, я не... Но я видел свет. Я не понимаю, о чем ты? Хм. Это шуточки Фимбулвинтера. Уж я их повидал. Ха-ха-ха!
А, я, кажется, вспомнил, где мы. Откуда столько крови? Это твоя. Серьезно? Ну или добычи, которую ты тут протащил. От этого спокойнее не стало. Важно. Только последствия. Что с ними делать? Ничего. Природа справится сама. Идет буря. Мало нам мороза. Мы почти пришли. Ниста! Стреляем сверху! Вот это да! Еще налетчик! Слева! Сзади! Берегись! Низко! Слева стреляю! Ого! Сколько их тут? И так было всю ночь. Пробрались внутрь, пока не было защиты. Эй, Свана, тебе не страшно? Храбрая девочка. Молодец. Храбрая. Да, да. Ловко он с ними. Стоило ожидать. Спеки, как ты? Это всего лишь гром. Хорошая девочка. Умница. Атрей! Я просто их... Спать! Иду. Многовато событий для одного вечера. Хотя, надо признать, мне вспомнились былые времена. Давненько мы втроем не пробирались по неизведанным лесным тропкам. Вернее, будет сказать, это ты с нами давно не пробирался? О, ну, я от этого просто устал. Одна охота похожа на другую. Как ты можешь устать, если никогда не спишь? Усталость бывает разная. Сам узнаешь, когда подрастешь. Отдохните как следует, братья. Сами знаете, утро вечера мудренее.
Можно войти? Я принес мед. Из меня плохой собеседник. О, нам точно найдется о чем поговорить. Сказал бы сразу, что не будешь. Зачем ты пришел? Из-за вежливости. С виду ты спокоен и рассудителен. Ты же спокоен и рассудителен. Если того требует момент. Я бы сказал, что требует. Да. Ты знаешь, кто я. Незадолго до начала зимы произошло некое недопонимание, о котором я сожалею. Но теперь мы все лучше осознаем, с кем имеем дело. Так, то, что ты сделал с его детьми, самозащита. Мы, асы, живем ради смерти. И скажем прямо, они были никчемными. Но Бальдер – другое дело. Он был моим следопытом, лучшим. Да, он утратил свой разум, но от него была польза, а теперь его нет из-за тебя. Понимаешь? За тобой должок. И ты тоже надоел. Что тебе нужно? Предлагаю мир. Может, мир устроит почтенного бывшего бога войны? Давай не будем убивать друг друга. Может, посидишь дома, дашь отдых ногам? Не будешь искать ссоры со мной? Я отвечу тебе.
тем же. При условии, что он перестанет искать Тюра. Да. Мы знаем, чем ты занимаешься. Хватит. Старые порядки Тюра мертвы. Он мертв. Понятно? И тогда все, мы в расчете. Я даже пойду вам навстречу. Можете оставить себе пленника. Моего пленника. Да-да, я знаю, что ты здесь, рядом, сладкоречивый гаденыш. С какой стати нам тебе верить? Чего стоят твои обещания? А вот и он, мой старый подельник. А он похудел. Что бы он вам ни сказал, это ложь. Чему ты и хочешь? Что, умнейший среди живых внезапно ослеп? Мы ведь хотим одного и того же. В общем, предлагаю тебе честную сделку. Я договорюсь со своей бывшей. Фрея вас больше не тронет. Никакой угрозы для парня. Тебя ведь это заботит, верно? Ну, что скажешь? Нет. Не затягивай. Наконец-то. Я давно этого ждал. Ты не здешний. У нас есть обычай. Кровавый долг. Это значит, ты поплатишься за то, что причинил боль моей семье. Сейчас объясню. Честных приемов, да?
сдаешься! Нет, я скажу, когда хватит. Покажи мне, какой ты на самом деле. Вставай! Твой брат сам затеял ту драку! Мне плевать! Нанесенных тобой ран. А ты у нас примерный отец. Знакомое чувство. Что? Неважно. Я ждал от тебя большего. Не мог такой никчемный вояка одолеть мою... Мне насрать на твои отеческие советы! Покажи мне бога войны! Это бог, истребивший целый пантеон, потому что его обидели! Умно! Но это тебе не поможет! Это человек.
человек, низвергнувший Сигрун, королеву Валькирии? Это чужеземный бог, сразивший Бальдра? Выпусти бога войны! Яви мне его! Вижу, ты сильнее моих сыновей, хоть уже и не тот, что прежде. Но я не мои сыновья, а твой сын. У все отца есть виды на него. Он бог войны. Считай, твой долг уплачен. Свидимся. Говорил же он справится. Кратос, это Синдри и Брок. Ну и драка была. Может... Домой, живо! С Атреем Один! Я подготовлю врата. Ну, пошли. Тут все рядом. Как славно, что ты заводишь друзей. Мьёльнир, конечно, лупит, будь здоров. Ты же знаешь, что его сделали мы? Ты уже говорил. Говорил, да. Просто не был уверен, что ты слушал. Ну, этот топор хотя бы теперь кому-то служит. Иначе в чем был смысл? Готово. Сможешь попасть домой. Еще что, малыш, раз асы смогли заявиться к вам на порог, значит, сдохла ваша защита. Как вышвырнешь Одина, советую поискать другое пристанище на сегодня. Иначе можно и не проснуться. Я не оставлю свой дом. Да ну, сам знаешь, всему дец ничем не гнушается. Может и шпионить за тобой, и разнести твой дом по бревнышку, пока ты спишь. Он на все способен. Иди за мальцом, а я кое с кем потолкую, и, может быть, смогу устроить вас на время к нему. Я уж хотел тебя искать. Ты ранен. А ты? Что он хотел? Ну, заплатить за крышу. И он позвал меня в Асгард. Ишь ты, за дверью-то я вас не слышал. Я отказался, само собой. Хорошо. Для чего ты искал Тюра?
Скажи я, что ищу его, ты бы мне запретил. И ты скрыл это от меня. Я хотел тебе рассказать. Правда хотел, но раз ты узнал, я должен тебе показать. Нет! Поверь, тебе нужно. Поверь! Ты лишился доверия. Так дай мне его вернуть. Дай показать, что я нашел. К тому же, Один наверняка вернется. И Тор. А они, похоже, могут выбить дверь и войти сюда всякий раз, когда им вздумается. Есть лишь один способ от них избавиться. И, кажется, я знаю как. Отец. Покажешь. Собирай вещи. Готов? Иди. Сдачи не надо, ублюдок! Куда мы идем? В старый храм в Диколесье. Зачем? Будет проще объяснить на месте. Один тебе снаружи сказал еще что-то? Да. Он сказал, на Йотунхейм ему уже плевать. Он сам предотвратил Рагнарёк, и тайны великанов его не волнуют. Думаешь, он знает, что они мертвы? Меня больше тревожит его безразличие. Что он задумал? Что тут случилось? Дом совсем рядом. Налетчики теперь дерутся друг с другом? Это не их стрелы. Тут есть кто-то еще. Почти у моста. Ой, похоже, он обвалился. Поищем другую дорогу к храму. Парень. Как тебя вообще сюда занесло? Мне снилось, что я здесь. Сны. Ого! Этот еще живой. Нет. Посмотри. Летчик нежить, но кто убийца? Полагаю, надеяться, что их враг будет нам другом, не стоит. Да, пожалуй. Стой. Проклятие, брат, что это было? Что-то сильное и опасное. Будь начеку. Да, я все время начеку. Не знаю, что это, но оно не ждет. Помнишь, я сказал, что кое-кто способен помочь нам узнать больше о великанах и Локи. Ты про Тюра? Старого бога войны этих земель. Он умер. Ну, если он умер, то почему Один так старательно его прячет? Верно. Он знает, что Тюр может поднять миры против него. И Тюр был союзником великанов. Так что... Хватит.
Берегись! Быстро они восстают из мёртвых. Прошлый раз этой колонны тут не было. Как я уже говорил, Тюр был союзником великанов, а значит, он согласится нам помочь. Если кто и знает что-то обо мне, то это он. Если он жив, его надо найти. Разве не так? Слишком много «если». В чем ты уверен? Скоро увидишь. Что парень нашел, но он очень уверен. Раз мы уже тут, отчего не взглянуть? Тут много мертвых. Нам надо идти. Поздно! Отец, твои клинки! Где ими? Ну, Фрон! Низко! Слышал? Поджигай их, не то так и будут весь. Ниста! Справа! Осторожно! Справа! Просто удивительно. Всю дельную магию Фимбул Винтер свел на нет, а вот всякая дрянь так и полезла. Как нарочно. Убить человека зимы. Да? Все верно? Интересно, о ком это? Наверх. Понял. Он и впрямь многому научился. Неприглядное зрелище. Осторожно! Справа! Быстро! Сзади! Я повидал немало резни на своем веку, но для одного утра это многовато. Брат! Отец! Ловчая!
Берегись, брат! Похоже, вот и наш хищник! Твоему щиту конец, брат! Главное, не стой на месте! Налетчики, незваный Тор с Одином, а теперь еще и ловчие. В лесах стало небезопасно. Отец, мамин щит. Тор разбил его, но... Может, гномы смогут его починить? Может. Потом. Идем, тут можно пройти. Зачем мы сюда пришли? Ладно. Помнишь святилище, что мы видели? С рассказами про великанов. Где на плите слева их происхождение, а на плите справа судьба. Да, я их видел. Уже не раз. Ну, мы кое-чего про них не знали. Да, упавшей колонны тут не было. Но святилище совсем рядом. Должно помочь. Вот так. Идем. Смотрите. Неожиданно. Идем. Атрей, стой! Нет, стоять он не будет. Парень, что это? Где мы? Там, где могли побывать лишь великаны. Святилища хранят их истории. Но их главная правда, их тайны, все это хранится тут, внутри. Помнишь историю о Сколе и Хате? Двух варгах. Один поймал их, потому что думал, что это поможет ему, когда начнется Рагнарёк. Да, помню. Но это не конец истории. Смотри,
Тут великаны освобождают Сколи и Хатти. Освобождают? А это было или будет? Зависит от того, когда посмотреть. Говоришь, как великан. Видишь? Волки живы и здоровы. Где-то в Ванахейме. Да, там Один не сразу станет искать. Снова гонится за солнцем и луной. Снова за свое. А потом, вот, луна исчезнет. Ее украдут. Атрей. И Хати нечего будет преследовать. А говорят, от кражи светила никто не страдает. Уж не знаю, кто это, но кто-то придет и освободит Луну, и тогда она закроет собой солнце. Полное затмение. Такого не было уже сотню зим. Потом они побегут за стрелой, и все станет как было. И как все это связано? Сейчас расскажу. Смотри, вот Рагнарёк. Видишь, кто возглавляет армии, идущие на Один? Это Тюр. И если он будет во время Рагнарёка, значит, он все еще жив. Верно? Мимир, это так? Один сказал, что убил Тюра, и тогда он мне доверял. Ну, по-моему. А что, если он его не убил? Что, если он просто держал Тюра где-то все эти годы? Снова эти «если». Хватит. Стой! Мы идем домой. Стой! Ты должен увидеть еще кое-что. Оно прямо тут. Что это? Все, что я нашел. Ну, почти что все. Работа великанов? Ты снова был в Йотунхейме? Нет, нашел в одном из других святилищ. Других? Во скольких ты побывал? Я? Ну, во всех. По крайней мере, во всех, что есть в Мидгарде. Я не знаю, что это, но оно важно. Как и все это. В одном из святилищ я видел изображение плененного Тюра. Но не понял, где он. В других святилищах есть намеки. Там говорится о черном дыме и кровавой земле. Но мы так и не смогли понять. Мне помогал Синдри. Слушай, это не он придумал. Я его попросил. Просто, чтобы он меня прикрывал. Черный дым, кровавая земля. Может, тюрьма в Муспельхейме? Навряд ли. В первозданных мирах слово Одина не имеет веса. Кровавая земля наводит на мысли о шахтах. Возможно, мир гномов. Свартальфхейм очень может быть. Их шахты изрыгали черный дым, а Один долгое время держал гномов за бороды. Значит, туда. Тюр где-то в Свартальфхейме, заточен в шахте. Ну что, идем? Домой. Сюда. Парень, даже если мы решим искать Тюра, как нам попасть в Свартальфхейм? Сам знаешь, Один замкнул границы всех миров. Синдри сказал, у него есть идея. А когда он говорил иначе? О, мы снова крушим все для дела и потехи. Мило. Мир, что из речей Одина ты слышал? В их беседе? Немного. Они вышли за дверь. Но он ведь все рассказал. Успокойся. Но что, если он рассказал не все?
Помнишь, как тут мы впервые дрались с троллем? Я помню, как ты вышел из себя. Нужно ступать осторожно, брат. Я чую угрозу. Ты можешь драться без щита? Мне это не впервой. Осторожно, сзади! Ничего, пройдем, ты справишься. Почти дома. Брат, на два слова. Не вини паренька за любопытство. Это свойство юности. В моей юности учили послушанию. И ему ты хочешь такого же? Брат, он все равно выберет собственный путь. Если не хочешь, чтобы он ушел от тебя, возьми себя в руки и иди вместе с ним. Если найти способ отправиться в Сварталь, наверняка там найдется много снаряжения, которое может нам... Хватит. Мы пойдем. Правда? Но, если Тюра там нет, ты оставишь поиски. Совсем. Ладно, ты не пожалеешь. Кратос! Сюда! Синдри! Чтоб не провалиться. Это Атрей? Как время-то бежит. Ты так вырос. А, ну да. Ну, идите за мной. Брок сказал, что вам нужно где-нибудь переночевать. Так что ваши друзья-гномы помогут вам с убежищем. Мы же все еще ваши друзья-гномы. Так других гномов мы и не встречали. Прекрасно. После вас, друзья. Куда мы идем? В самый чистый дом во всех девяти мирах. Надеюсь, таким он и останется. Ни на кого конкретно не намекаю, Кратос. После вашей встречи с Тором мы подготовили пару комнат, чтобы вы могли спокойно обдумать дальнейшее. Почти пришли. Видите, мы устроились в мире между мирами. Жилище скромное, зато Фимблвинтер сюда не достает. Шпионов Одина тут нет. А если вам по душе мерцающие серые бездны, то и вид понравится. Тут замечательно. Кстати, мы хотели обсудить с вами наш план. О, любопытно. Заходите, заходите. Только, пожалуйста, как следует вытирайте ноги. Я подожду. Вы не будете вытирать ноги, так ведь? Ладно, ваши комнаты там, а кухня, она вот здесь. Кто-нибудь голодный? Кратос, поешь! Мне не нужна еда. Нам нужна помощь, чтобы попасть в Свартальфхейм и спасти Тюра. Тюра? Он жив? В смысле, что? Не бойся, я все рассказал. Рассказал? Ты поощрял неповиновение. Нет, я присматривал за ним. Для тебя старался. Никакого риска. Все безопасно. Да не молчи ты. Нам главное сейчас попробовать снова найти путь между мирами. Ты сказал, что знаешь как. Да, точно. Только просто там вы так натоптали. Тогда почему ты до сих пор не открыл путь? Ну, если честно, нам бы не помешала ваша помощь. О-о-о! Братьям Хульдрам, наконец, требуется помощь умнейшего из живущих? Да, именно так. Так!
А ну стоять! Чей ты притащил? Во имя Хиля, это еще что? Это мой сын. И что во имя Ярнсмиды с ним случилось? Надо ж какая дылда, а? Еще и выглядит так. Это ты виноват. Ладно, пошли подберем ему что-нибудь подходящее. Он же просто растет, балбес. Ты что ли в юности не выглядел странно? Эй! Ладно, с этим уже ничего не поделать. Но советую тебе наконец взяться за ум, если он у тебя есть. Он пытается, поверь мне. Ну что, давайте вас, недоумков, будем снаряжать в путь дорогу. Сперва это. Серьезно помят. Может, проще будет изготовить новый? Этот для меня дорог. Ну, ладно, посмотрю. А пока что давай найдем тебе на замену что-нибудь толковое. Материалов у меня сейчас хватит сделать лишь что-то одно. Принесете еще сырья, вот тогда и поговорим. Ты учти, если парень будет расти и дальше, вам придется то и дело приходить за новой одежкой. Сидит никакое оружие. Давай сюда топор. Давненько он не бывал в моих руках. Ты прохлопал кое-что нужное. Я нашел и кинул в сундук. Вот что бы ты без меня делал? Пойду загляну в свою комнату. Как будешь готов, скажи Синдри. Спасибо. Ну, и как идут дела у нашего лазурного пошляка? Ты это мне, мудила? Восхитительно!